Всем привет, меня зовут Максим, и сейчас будет реакция на клип группы Король и Шут, песня «Ром». Вообще жесть просто, такие металлюги идут просто по району, такой классный дым вообще, блин, просто чума, это уже настроение такое боевое прям, смотрим дальше. Дамы и господа, право какой пустяк, кончилась вся еда, в погребе ром иссяк. На дворе Новый год, пятую ночь подряд, ром горожанин пьет, все в один голос вопят. Мне нравится, что идут металлюги в современной одежде, и сзади такие все, в такой старинной одежде люди сзади идут, типа, да, нам бы рома, и впереди просто, да, ром, просто никто вообще не задает вопросов, что они из разных эпох, так прикольно вообще, вообще класс. Конечно, нужен ром, а он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир. Ай! Ай! Крик подобен грому. Дайте людям рому. Капец! Такая жесть происходит просто на экране. Не просто люди выпивают, а там кто-то даже в клетке сидит. Охренеть просто можно. Жесть какая. Нужно по-любому людям выпить рому. Трактир зашел аббат, ну да и шут бы с ним. Если б не странный факт, то что и шут был с ним. И оглядев людей, пищу сварили всем из шутовских статей. И богословских тел. Где пианист? Под роялем спит. У скрипача инструмент разбит. Весь приличный люд превратился в сброд. Не унять. Горшок так классно просто. Блин, вообще здорово, так обнял женщину и такой просто с ней фигачит, пляшет, прям вообще всего себя отдает в клипе. Вообще красавчик. Они молодцы, они сделали такую массовку, это вообще, наверное, первый клип, где дохера людей. Людей реально много, и достали костюмы, где-то по какой-то улице. Я себе представляю людей, которые не снимаются в клипе и такие, что происходит? Просто сзади идут какие-то люди из прошлого, в старых таких старинных одеждах, и впереди... Жесть просто,
есть все просто диссонанс, наверное, у людей в башке произошел, когда они такое увидели. Ну а так клип просто, ну, динамичный, классный, прикольный. Бедный дед. Бедный дед, деда просто зажали. Ну правильно, такая толпа народу, надо всем выпить, а у дедушки ни грамма. Просто жесть. Но люди, сидящие в клетке, это вообще просто шедевр, что можно было вообще включить в интерьер бара. Я считаю, это надо на заметку современным барам и кафе. Просто как разнообразить интерьер? Цветы? Обои? Ну, давайте подумаем. Может быть, посадим чувака в клетке? Почему нет? Просто жесть какая-то. Если вам понравилось, то вы можете перейти на другие ролики, они сейчас на экране. Всем спасибо за просмотр. И еще, если вы хотите больше роликов, то переходите на Boosty. Там у нас есть ролики по импровизации, которые не выходят на YouTube. Всем спасибо и всем удачи, всем пока.